Автомобиль Skoda Rapid 2015 года выпуска, объем двигателя 1,6 литра, маркировка двигателя CWV. Пробег данного автомобиля 76 184 километра. Запуск двигателя. Работа двигателя на холостом ходу. Давление масла на холостом ходу. Работа двигателя 3000 оборотов. Работа двигателя 5000 оборотов. Двигатель работает стабильно. Замер компрессии, первый цилиндр. Тринадцать килограмм. Второй цилиндр. 13 килограмм. Третий цилиндр. 13 килограмм. Четвертый цилиндр. 13 килограмм. Конец видео.